На календаре по-прежнему 24 июля 2019 года. Собирал сегодня душицу, набрал изрядное количество. Лежит у меня там в машине. Что-то немножко приутомился. Решил чайку попить. Развернул здесь свою походную горелку выездную. Помните, в мультике Простоквашино Печкин возмущался, что типа за грибами еще с чемодана пошли. Как бы можно с чемоданом за грибами ходить. Набрал вот таких грибочков. Конечно, в нашей местности Вардатской я бы такие, наверное, не брал и, не знаю, не берут у нас. Похож на сатанинский. Но глянул в справочнике, в общем, он гораздо больше синеет. Вообще, как бы, шляпка светлее, ножка более красная. Не похож он на сатанинский гриб. Какой-то из боровиков, вроде как. Я вот хочу сегодня это все дело отварить и пожарить, когда вернусь. Вот. Ну, если это все-таки сатанинский, наверное, стоит опубликовать это видео вперед, чем я приступлю к трапезе. Вот. Это видео может быть последним, а может и не последним. Завтрашнее утро покажет. Ладно. Если что, с вами был Дмитрий Саев. Может быть, и не до скорых встреч. А может быть, до скорых. Сейчас немножко чайку все-таки скипятим, душица и немножко сосновой хвои. Кружечка у меня такая советская, алюминий, из которой очень опасно пить горячие напитки. Обжигает. Так, газ у нас есть? Есть. Поджимаем баллон. Что ли он пустой? Нет, он просто не стоит на месте. Вот так. Вот так другое дело. Ладно, пока я тут подберусь, отдохну. Ну, пока-пока.